Основная цель проводимого учения – отработка действий стратегических наступательных сил по нанесению гарантированного поражения противнику. Учение проводится в два этапа. На первом этапе будет отработан вопрос ведения военных действий с применением оружия повышенной потенциальной опасности. И на втором этапе вопрос санкционирования и массированного применения стратегических наступательных сил Российской Федерации в ответ на встречном ударе.